Что ваше хваленое чутье подсказывает вам теперь? Что мы должны быть готовы ко всему. Тоже мне новость. Признайте, вы теряете хватку. Будь я проклят. Что здесь произошло? Опять наши безумцы. Неизвестно еще, сколько народу они убили. Взгляните. Выход на той стороне. Надо искать другой путь. К оружию. Дьявол! Откуда здесь рыба? Что? Прошли. Теперь открыто, можно проходить. Внимательней. Расслабляйтесь. Могут быть еще. Почти пришли. Надеюсь, больше никаких сюрпризов нас не ждет. К
Госпиталь в той стороне. Сюда. Кто там? С кем говорит Персиваль? Ни с кем. Просто какой-то бродяга. Идемте. Ликантропы могут в любой момент собраться и вернуться. Пациентов растерзали. Только когда-то он был ведущим медицинским центром страны. И дело не только в зверствах ликантропов. Время тоже наложило свой отпечаток. Изи, ты что-нибудь слышал? У нас гости. Я клянусь, что там голоса. А, черт! Опять рыцарь! Мятежник убит! И что им тут понадобилось? Госпиталь скрывает больше секретов, чем мы думаем. Надо идти. Грей, кто-то должен пойти в подвал. Ладно, я пойду вниз. Поняла, а я туда. Свяжитесь со мной, если что найдете. Глаз выколи. Здесь то же самое. Действуйте осторожно. Галахад, по-моему, я нашел. Повторите, Изи. Я вас едва слышу. Вам нужно на это взглянуть. Изи. Thank you.
Скотина! Это я, Изи. Я потеряла с вами связь. Где вы? В приемной. Я нашел его. Это древний. Древний? Здесь? Не может быть. Надо спешить. Полукровка ранен, но жаждет крови. Пытаюсь. Можете открыть? Заклинило. Найдите что-нибудь вроде лома. Я расчищу завал с этой стороны. Хорошо. Грей! Yeah.
Грей, вставайте! Лиззи! Лиззи! Лиззи, держитесь. Давайте, давайте, пейте. Грей, больно. Лиззи, все будет хорошо. Я больше не вынесу такую жизнь. Берегите силы. Должно быть иначе. Мы с вами вместе. Должно быть иначе. Эй, ты! Снова та женщина. Грей, палата. Налево вы должны увидеть кое-что. Что это? Что задумали повстанцы? Отдыхайте, Лиззи. Что хотели устроить повстанцы? Фотография лорда Гастингса. Торговая декларация Агамемнона. Весь груз направлялся в Америку.
Форма объединенной индийской компании. Без знаков отличия. Похоже, нашел. Луизи, пора вставать. Тихо, тихо, тихо. Долгий был обморок. Я уже забеспокоился. Галахад, где вас черти носят? Персиваль, сдается мне, у нас проблемы. Что там? Нам нужен Никола. Нужно оружие. Повстанцы превратили отделение психиатрии в убежище. И, похоже, базу операций. Кое-что указывает на угрозу объединенной индийской компании и лорду Гастингсу. Говорю же, я в порядке. Вам нужно время прийти в себя. Уверяю вас, Грей, я вполне здорова. Можете вы хоть раз сделать, как я говорю? Вам известен мой ответ. Но сперва нужно благословение отца. Мой друг Галахад. Маркиз, а как же тревога за мое здоровье? Мадемуазель, у меня не было и тени сомнения, что вы одолеете тварей. Однако, я не был уверен в вашем рыцаре. Никола, только никому ни слова, ясно? Как скажете. Это большой риск. Я же говорил, месье. Мы почти отчаялись. Нам пришлось задержаться. Идемте, времени в обрез. Сэр, это также для вас. В отличном Спасибо, состоянии. Николай. А другое оружие? А, да. Вы никогда не подводите. Персиваль, это вам. Может пригодиться. Что Агамемнон? Что там с ним? Он уже отправился в путь. Двигается в Портсмут, а оттуда почти сразу проследует... А что со службой безопасности? Их предупредили о повстанцах? Предположительно, среди охраны скрываются предатели. Мы должны выяснить это, не подняв тревогу. Надо, по крайней мере, сообщить совету. У нас нет возможности просить разрешения совета. Надо попасть на борт. И как же мы это сделаем, мон-женераль? Он уже в воздухе. Это несложно. Именно так.